Прошедший август побил рекорд последнего 17-летия. Он был самым теплым и сухим. Предстоящий сентябрь аномальным вряд ли станет, но свои сюрпризы природа все же приготовила. Прямо сейчас прогноз погоды на месяц. Завтра в центральных районах края обещают штормовое предупреждение и грозы, порывы ветра до 15 метров в секунду. Но Красноярск непогода все-таки обойдет стороной. Вплоть до 12 сентября в городе по ночам плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 23. Именно в этот период и будет бабье лето, правда, очень короткое. Но наиболее высокие температуры у нас, получается, ожидаются со среды по пятницу на этой неделе. Самый теплый день – пятница. В Красноярске, по крайней мере, должно быть до 20-22 градусов. А в дальнейшем вот таких высоких температур уже не видно. Самый теплый сентябрь в Красноярске был совсем недавно, в 2016-м. Самый холодный в 2013-м и 2014-м. Этот месяц аномальным не станет, но вот осадков выпадет на 30% больше нормы. И вот уже начиная с 12 сентября прогноз сбывается. Во второй декаде месяца пасмурно, серо, дождливо и солнечных дней очень мало. По ночам 0 плюс 5 градусов, днем плюс 10-15. Начиная с 20-х чисел погода будет только понижаться, поэтому дачникам лучше заранее собрать свой урожай. Синоптики не исключают, что первые заморозки придут именно в конце сентября. Пока погода следующая: ночью 0-2 градуса, днем плюс 5, плюс 10. Это был предварительный прогноз, но сбудется ли он, мы узнаем очень скоро. Алина Сануева, Владимир Фетисов, 7 канал.